Что будет, если ты не на сушке, просто хочешь хорошо выглядеть и будешь получать калории из белка? Есть много яиц, много грудки. Можно ли так делать? Ну, первое, что хочу сказать, что ты навряд ли поправишься. Навряд ли к тебе вернется жир. Одна из лучших стратегий после сушки не набрать вес, это питаться в основном белком, зеленью, ну, салатами, огурчики, помидорчики, капусточка и белочек. То есть рыбка, куриная грудка, обезжиренный творог, яичный белок. Пожалуйста. И на завтрак можно добавить еще немного углеводов, например, несколько ложек овсянки, но в любом случае здоровый образ жизни. Конечно же, такая стратегия приведет к тому, что ты будешь хорошо выглядеть. И многие люди годами так питаются, но не у всех людей почки выдерживают такой режим. Если у тебя здоровые почки, и ты можешь есть много белка, опять-таки, насколько много? Если ты ела в день там 5 яичных белков, а стала есть 10, навряд ли будет нанесен какой-то вред почкам. Если это никогда не вызывало проблем, ты привыкла хорошо покушать. Но если, допустим, мы говорим о том, что человек съедает в день там килограмм грудки и 20 яиц и полкилограмма творога, за один день ничего не случится, но со временем может все-таки быть перегрузка. Человек все-таки не должен есть огромное количество. Но сразу скажу, что для девушки в день съедать 100 грамм белка, а это полкило белковых продуктов. Я не скажу, что для здоровой девушки это прям такая трагедия. Это всего лишь 100 грамм грудки, потом 100 грамм рыбы, потом 5 яиц, потом творог, потом мои продукты на ужин. Это немного. В общем, если ты себя хорошо чувствуешь, ешь белок. Он не превратится в жир. Но худеть не будешь, если очень много белка, просто вес будет стоять. И не набирать будешь, и не худеть. По поводу почек, тут нужно смотреть на свое самочувствие, периодически проверять свой организм. Больше 2 грамм белка на килограмм массы собственного тела в день вообще не рекомендуется есть. Ну, потолок 3 грамма. Потолок это 3 грамма белка на килограмм собственного веса в день. То, что больше, считается нежелательной нагрузкой для почек. В принципе, чтобы не поправиться после сушки, я лично так и поступаю. Уже 20 лет занимаюсь фитнесом, бодибилдингом. И когда я поддерживаю форму, стараюсь есть преимущественно белковые продукты. Проблем с почками у меня никаких не возникает. Нету ни боли, ни дискомфорта. Анализы показывают, что все в порядке. Поэтому умеренное увеличение белка в рационе, это как раз и есть хороший шаг к удержанию результатов после сушки. Если у вас много лишнего жира, сделав акцент в рационе на белок, вы просто постепенно будете избавляться от жира. Это так называемый режим питания на сухую массу. Он, в общем-то, так и выглядит. Те меню, которые я даю, там 50% белка, 35% углеводов, 15% жира обычно. Потому что такое питание позволяет строить сухую мышечную массу, избавляться от жира, но параллельно накачивать мышцы. Конечно же, вы так не раскачаетесь до размеров, если вы мужчина, да, вы не сможете накачаться. Чтобы накачаться, нужно есть много калорий, и углеводов в рационе должно быть более 50%. Но для девушки такое питание – это стандарт. Давайте подведем итоги. Чтобы не поправиться после сушки, или чтобы просто не поправляться, а наоборот постепенно терять жир, мы должны есть достаточно много полезной пищи. Основа нашего питания – это белок, около 50% в рационе. Если белка станет 90% в рационе, это будет вредно. То есть 15% рациона должен быть жир. Съедать в день больше 1500 калорий, Алена, я тебя не советую. Ну, в крайнем случае, можно 2000. Но если там больше 1500, а там 2500-3000 калорий пойдет уже на основе белка, тут уже повышается риск повредить своему организму и то, что мы говорили про почки. Так что, ребята, задавайте ваши вопросы. Люблю вас, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы настроить уведомления о новом видео. Пока! Я выпустил мобильное приложение, в котором 5 бесплатных программ
тренировки. Приложение называется Bicep Sport. Можно установить на iPhone, можно на Android. Скачивайте, пользуйтесь бесплатно. Далеко не все мои видео выходят на канале YouTube. Также выпускаются специальные видеоролики для подписчиков секретной качалки. Подпишись прямо сейчас и получай ссылки для избранных прямо к себе на почту.